Всем привет, с вами Леон, и сегодня мы посмотрим игру Garry's Mod, точнее определенный мод, который называется Trouble in Terrace Town. Да, на моде есть три типа, так сказать, класса. Он хочет нашу команду, а именно, убить, так. То есть тут вы слышите на заднем фоне голоса, а именно тут есть детективы, убийцы и команда наблюдаемых, ну то есть команда жертв, что ли, можно так сказать. То есть убийцы должны убить так, чтобы никто не нашел, ну точнее никто не увидел. Детективы могут смотреть трупы мертвые и в дальнейшем уже исследовать, кто именно убийца. Вот. Поэтому тут, так сказать, надо слушать детективов, и можно разводить народ. То есть смотреть, как они себя ведут. Вот, смотрите, меня убили. Меня убил, причем... Нубок 1337. Хакер убил меня палкой. Пес. То есть теперь можно даже посмотреть, где он. Вот, Нубок меня убил. Нубок 1337, трейдер, убиваем его. Да. Он убиваем, он убил с мистера Слайма, быстрей. Все, вот смотрите, Нубка сейчас убьют. Ах, он черт. Кого они убивают? Кого убивать? Что убивать? Блин, он их сейчас всех перебьет. Он начал меня стрелять, Нубок был трейдер. Нубок был трейдер. Да, Нубок был трейдер. Я молодец, спасибо. Проверь тело. Придурки, я же сказал, что он трейдер, вы че его не убили, Я герой сегодня. Я столько убил людей, у меня всего 10 хп. Я зато двух трейдеров убил, они никуда не уходили, я предупреждаю. Здорово, ты 4, через секунду приходит Нубок. Сколько тут трупов? Ну ах ты, хитрый. Все, команда наша выиграла, ну то есть команда наблюдателей выиграла. Да. Вот. Вот такая вот игра. Всем привет. Блин, ну как так можно? Я сказал, что он трейдер, вы сейчас вот, ну, в принципе, интересно. То есть тут, если играешь ты убийцей, а не просто мясом, или играешь детективом, то намного интересно. Так, выбор карты, офис. Инферно. Компаунд давайте, норм. Э, чё я застрял? Блин, Перестайте отсюда. Все. Блин, да застреваем? Блин, можешь мне карту это скинуть, которая сейчас будет? Так. Кто может, она скачается у тебя, я добавил скачивание этих карт. Да. А у меня просто миссинг и улетит. Так, ну вот, смотрите, мы предатели, мы должны их убивать в целом. Эти тоже должно теперь начать скачивать. Я без оружия вообще. Я оставлю мини пацаны внизу. Вот, Боб Марли, он больше всех. Почему? Он подозрительный был. Рика трейтер. Надо убивать трейтеров. Все хорошо, Рика так-то. Николай трейтер, убиваем его. Смотри, он лист зашел. Вот, детектив. Блин. Ах ты, черт возьми. Ладно, спалились. Тут спалились. Не видел, что их там до хрена. Но тут меня убили справедливо. Рускилл, вон. Блин, может всех убить. Я вызвал лифт, я хотел убежать, а лифт не ехал. Вот, сейчас смотрите, убьет он его. Товарищ предатель. А Николай был трейдером или нет? Я был прав или нет? Нет. Ну убей же его. Я взял Сирику арбалет. Так, он убьет его, как думаете, пельмени? Он открывает? Все. Окей. Есть. Отлично. Молодец, Фов. Я уверен, что она отталкивается и никого не убьет, поэтому я ее кину. Капрал рот вязал. Ой, тут мина. Так. Ты убили, интересно, их? Рускилл бы... Ох ты. Ты убили своих же... А, нет, это Вов уже убивает. Вовк, нет. Я опять
потерялся на этой самой карте. Убейте их, рускил, убивай. Ну, я его... Хотя нет. Тут дофига слишком. Надо было, надо тут ждать, я так полагаю, что... Ну, потому что не так просто. Рускил. Внизу куча трупов. Где? Смайл. Ну, предателям бы интересно, да. Тут, видимо, чередуется каждый раунд, то есть по-новому. Так. Выпусти меня. Как не, отсюда ему выйти? Он еще не выпустит, не упускает его. Не мог открыть дверь. Ой, кажется, труп. Рускил, по-моему, сейчас это еще кого-нибудь живой? Убьет. Нет, его убили в подвале. Рускил очень Смотри хитрый. Так, посмотрим. Я был детективом, и меня убил детектив. Я был самый подозреваемый сейчас тут. Ох ты, вон их сколько троем. Давайте убьем бабу. Давайте убьем бабу, все. Смотрите, под подозрением Рускил. Че, он интересно им ответит на то, что давайте убьем бабу. Да, тут он еще. Серп. Она целится в детектива. Она... Убила она? Детектива. А Рускил, ты выжил? Вы Рускил. Нет, не стреляй. Блять. Ну почему я? Кого хоть стрелял? А, я русский трейдер. Ну вот так вот, видите, то есть перед смертью можно крикнуть еще русский трейдер и... Ну убьет же она. Блин, убей. Есть, прям. Ну так, победа предателей, то есть... Наша победа, я самый нуб в этом плане. Ну, посмотрим, что дальше будет. Может, дальше мы будем детективом. Так, ну вот мы вернулись, наконец-то. Почему только я не могу зайти? А, видимо... Дентон Т. Ох ты! Слушайте, все что ли? Так быстро? Победа не нова? Прикольная шляпка. Это, видимо, из Team Fortress. Ты еще и разбился, но шикарно. Но тут хоть нормальные люди, точнее, нормально комментируют, потому что играли со школьниками тут. Пытался играть. Не вообще раздражает. Так, ну ладно. Это норм. Эй, норм. Эй, собака. Я Ирина Маушева, и это да норм. Ты... Почему палка нельзя бить? Где? Вот, взяли мы с вами оружие, и взяли мы... И мы предатель. В конечном итоге. Так, ну надо нам... За мной ходит. За мной енота в архоне. Вы где все? Только трейдеры хотят знать, где находятся другие. Не, ну я хочу жить в кучке и там выживать, но... А ты уже поел? Скажу, то меня убьют. Да. Не, ну я когда я ем, я уже привык. Кто-то стреляет. Ха, убили одного. Минус один. Так, ладно, возьмем, давайте, знаете, мы. А если я буду один ходить, вы подумайте, что я трейтер. Я и так думаю, что ты трейтер. Что было? Блин, а? Вы где все? Боб Марли, поди, трейтер. Нет, нет, нет. У меня патронов тут нет. Я это сделал. Блин, не понять. Вон трейтер. Ха, я пропихнул эту штуку через. Походу Дентон отошел. Скаут, скаут. Так, ищем остальных. Кто не трейтеры. Точнее. Воу. Патрон для снайперской винтовки. Рика нашли. Так.
Ролик снимать. А где они все? Я слышу выстрел из дробовика. И это был Серж. Вот, 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 это вот этот вот, у него к фару. Ну, так... Блин, он нас двоих убил, а? Черт, это вообще было по-нукски. Ну, зато я быстро... Я не понял, что это за РДМ был? Да, черт его знает почему. В общем, забавно, тут много людишек играет. Да, ребят, если вы хотите поиграть, то заходите, будем играть вместе. Блин, вот хочется детективом поиграть. А, ты там стреляли за 3 километра, я стоял возле тебя, и ты сказал, что я начал стрелять, а потом ты меня выстрелил. Я сейчас выясняет, кто в кого убил. Блин. И когда начали только стрелять, ты сразу же меня слил, не... Да, тоже непонятно. 4 поинта осталось. Да чего, 4 поинта? Я тут упал и умер. Опа, опа, опа. Кто где? Серк. Опа, где-то стреляли. Быстрее, 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 быстрее. По мне... Да что такое? Я уже 4-й раз падаю с этой популистки. Блин, у меня ну, есть куда-то. Что такое? Что не делать? Как они туда забрались? Это не дело. Ой. Что-то как кинуло, блин, по странному. Пацаны, дайте оружие, у меня вообще ничего нет. Бог. Да что он? Что, вытолкай его, вытолкаем. Пацаны, я бог нашел. Нафига ты на бок делал? На бок. А блин, да где они все? О, вон, 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 вон. Ну бок поди. Зачем ты это сделал? Чтобы ты упал и а ты чё тут накинул? Ты случайный трейдер? Отойди, отойди, я зажигал. Я револьвер предупредил. Ой, магна на... Блин, надо искать трейдера. Трейдеры, в общем, те, кто убийцы. Ничего теперь, я тоже с магномом бегаю. Детектив, стой, 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 Фиарли, Фиарли. Рико трейтер? Нет. Нет, он жертва. Да, он какой-то раненый, давайте его убьем. Боб Марли. Я тоже падал, но в прошлом раунде я умер от этого. Окей, то есть тут... Вон там следы крови, и теперь еще одна. Вот. Блин, я упал, 5 кп, и СВО. Дентон. Рускил. Это моя крыша. И тут все просто в очередь. Я упал, еще на меня кто-то упал, и... У меня 45 хп. У меня 40, мы играем на условиях. Пельмень. Пельмень? Он сверху, сверху, сверху. Нет, 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 не пельмень. Если ты трейдер, у меня дигл есть. Угу. Ищем, в общем, убийцу. Блин. Саны, я слышал выстрел скаута. Тут там... Ой, блин, Рика! Твою мать! Рика? То кто проверит? Охраняйте детектива. Если его убьют, то мы проиграем. А, пойди поставить хочет. Ушли, охраняем его. Я трейдер убил, если что. Он убил нубика. Ой, нубока. Да, дай тогда. Давай его скинем. Тут надо какая-то искать. Фигня лежит, это либо сжигатель, либо магна. Бог Марли трейтер, походу. Какой трейтер? А пельмень не трейтер? На крыше, потому что это Дэн, убийца на крыше. Нет, мы его уже убили. На крыше, на которой ты... Самсон это был трейтер. Ну, я со всеми давно уже хожу, как... Ой, я трейтер. Пельмень там за ёлкой сидит. Там, ты же наверху, по-моему, стоял. Ой. Я сейчас стою наверху. Пельмень стреляет. А, ну ладно тогда. Кто это? Он за елкой там. Боб Марли со скаута убил. Это пельмень. А, так давайте его найду. Блин. Че его искать будем убить? А, нет, да я просто. И. Убили.
Надо, иду, надо проверить его. Так, надо спросить у народа, как работает эта система. Эй, отдай мне хоть что-нибудь. Ой, тебя. Кто? Там кто-то Яра убил. О. Бери арбалет. Бери арбалет, Фейрл. Откуда убил? Фейрлс, бери арбалет. Там какой-то маньяк. Я разрубил трейтер, он один ходит и он какой-то подозрительный. У меня ВВП 9 патронов. Это хорошо. Скаут, поди, трейтер. Может быть, САС. Может быть. Там, наверное, скилл ходит. Нет, ходил, ушел. 5 трейтеров. Ну, смотрите, 5 нас. Фирлес точно нет. Енотавр нет. Я нет. САС и еще кто-то. Я помогал убить пельмени, я по ним стрелял. А САС? САС точно, блин, у нас тут... Сейчас скажу кого-то. Ну, короче, кого-то там, кто рядом со мной стоял. И снайперский, и снайперки он вынес. Да. И русский вынес. Вон он. Да. Отлично. Вот так вот, ну интересно. Все, что и 9. Все, мы победили в этом бою. Идем дальше. Я Магду нашел. Раскил, у тебя Сергей или... Не, ну они все не могли. Они все невинные, ну, они применили, они так думали. И ты один остался, ни к ним не подходил. РДМ. Пацаны, охраняйте меня, я детектив. Покупай охрану. Гакфул. Кредит за минуту. Пацаны, я на крыше, охраняйте меня. Давай я на спину охраняю. Нет, босс, окей. Давай, ты спину. Блин, наверное. Сентрейтер, он хочет меня убить. Я тебя спину охранять пришел. Ты хочешь меня ножиком в спину убить, как в Team Fortress? А он убивает только с двух ударов, я не успею тебя убить. Можно ударить монтировкой и зарезать сразу. А если у тебя нож? Монтировка нож. Подожди, ну подожди. Покупайте в тебе. Слушай, тихо, я никому... Я просто так стрелял. Что ты говоришь? Спроси вот кого-нибудь, если ты Мистер Рик, а кто тебя стрелял? Да, только что этот, ну бок или кто-то вот здесь был. Блин, непонятно. Он испугался из-за того, что я в воздух выстрелил. Зовите Хилан. Кстати, вон неопределенка валяется. Кого убить? Где Рика, где? Детектив. Мистер Смайл куда-то пошел. Что? Я ищу трейдера, потому что вон неопределенка вижу. Какой ник? Вон неопределенка валяется. Вон неопределенка. Блин, надо определить труп. Так где вы видите? А, все, сразу позовите. Этого нету. Нету этого. Как там было? ДНК нету. Мина была. Блин. Где он? Скажи. Я слышу выстрелы и ищем тела. Мистер, блин, Рика, так и знал, что он. Почему Рика Т, слышь? Он меня убил, только что. Рика убийца, блин, хитрый. Да, точно. Убили Рика. Хотя бы а тут кто снял из них? Мистер Дик и Джентон. Блин, ну вот порой говорят, и непонятно, что надо какую-нибудь систему ввести. Заглушение. Или чтобы говорить по очереди. Кто? Ник. Да, он сейчас духи. Просто если на бок же. Бок не живой, или живой, то значит он трейдер. Ой, не на бок, а убили, получается, один остался.
Да, Рика будет, Рика. Так, что это? Что это за... Далеко кинул в конец. Это черепаху убивает. Да, да, я их кинул далеко. Ну не хватает. Так же. Черепах каких-то выкинули, они теперь убивают, блин. Они такие угарные. Бомба, пацаны. Ну, точнее, ловушка. Круче было. Блин, меня прут черепашки, честно. Стирлоса завалят, ай, блин. А, туплюк дверь. А вот еще... Кто интересный из них? Поди капрал. Я в люк стрелял, он двигается. Рускил только. Блин. Тут в кустах еще одна сидит, черепашка. А вот черепашки что-то сидят. Она маскирует. Блин, кто же из них? Фефлис? Одна бегает. Рускил, поди. Рускил, поди. Уважаемый раненый. Я рускил, а черепашка. А ладно, не получилось. Слушай, надо, знаешь, не сделать, когда трейдеры... Не Фефлис. Черепашки накупить и накидать их во всей карте. Так, ну кто же? Это будет круто, по-моему. Ну представь там, 20 черепашек. Да. Мне кажется, русские. В одно место. Все защищаются не от трейдера, а от черепашек. Всем трейдерам кину черепашек в одно место, и там придется... Даже будет меньше. Не в одно место, а 7 раз. Одной бомбы спавнится 7 черепашек, вот и считайте. Если будет 4 трейдера, 28 черепашек. Чё-то они тут считают, какие-то расчёты ведут. Давайте вот на карте 67 вей, внизу, всё внизу заполнить. Русскил нашёл тело, но бог, он был предатель. Здесь улица, здесь они будут быстро бегать. Но бог был предатель, блин. Так ну, у нас пятеро и все тут. Так, а то на улице от них можно убежать. Рускил. Ты далеко не убежишь здесь. Рускил их сейчас будут, смотрите, убивать, да. Ну, они же все стороны пойдут. Ты можешь издалека убить. Фиг знает, в помещении ты считаешь. Рускил. Рускил убивает их, а? Молодец. Вот хитрый Рускил, а. О, сейчас ему плохо будет, его обходят. Вон за бухтой на доме. Все, опять победили, так сказать, невинно. Так, ладно, все, посмотрим последний бой и завязываем. Это куда-нибудь подальше, а ты просто, считай, по лестнице спустился. В общем, все трейтеры, короче, черепашками все закидывают. Да. Да. Какими черепашками? Что за херня? Вы о чем, народ? Надо вон оружие взять быстрее. Как оружие? Жалко, я не детектив. Вам буду. Скаут. Я детектив самого лучшего брать. Так, ну я невинный. Да, простите, я не сделал этот коварный план. Коварный, но великий план. Так, это еще. Так, вон да Николай. Блин. Гхарфл. Подозрительный да тип. Да, делаю все. А Гэри и Варика, да, они кинули черепашек. Чего? Черепах о, каких-то да. Кинули, которые убивают, по кто, сути. Кто, Рика и кто? Слушай, Рико и... Нет, я не Т. Вы Т, вы черепашки. Сас Т. Нет, Гэри. Саш Т. Глюкчер, беги, блин. Давай, Глюкчер и черепахи. Гэри и Варика. Рика. Слайм Т. Подожди, дайте проверю, он по мне стрелял. Проверить. Блин. Он РДМщик. Кэрри и вы, Рика Т, ёб твою мать, не черепаши кинули. Вы верьте Сасу больше, он трейтер. Вот убейте его, он трейтер. Он отмолится, да, трейтер, он убегает. Блин, черепахи, жесть. Сас трейтер убиваем, и он убегает. Ничего не трейтер. Рика, я поменял настройки, у меня все надписи пропали. Саса убили. Я трейдер убил. Стоп, посмотри труп. Спрячусь от черепашек за скалой. А, меня любят лягушки. Черепашки, лягушки. Кто трейдер? Так, я убил двоих трейдеров, отстаньте, дайте хилку. Черепашка! Да, черепахи. У меня нету букв, я не вижу сколько у меня патронов, я не вижу сколько у меня ХП. Блин, непонятно.
У тебя мало хп. Сейчас из люка выбежал кто-то. Данила. Данила в меня целился. Я не целился. Значит, Данила трейдер. Сейчас мы проверим. Капрал, иди вперед, пожалуйста. У меня одно хп. Протанчу. Керри трейдер? Нет. Так, окей. Я с вами черепахи. Николай поджог Данила. Стоп.